Так, всем привет, мы на Питер Пай, со мной Алексей, сегодня он выступал здесь у нас с докладом. Леша, привет. Привет, Денис. Очень приятно снова быть на вашей конференции. Каждый раз, когда мы сюда приходим, получаем большой отклик от людей, которые глубоко в теме. Это всегда приятно. Расскажи, о чем сегодня был ваш доклад, у вас всегда интересные вещи сегодня. Ну, что-то новенькое было? Да, у нас была новая тема. Мы рассказывали сегодня про GraphQL. Это такая новая разработка от компании Facebook. И нам она очень близка, потому что какое-то время назад, кстати, вот на прошлогодней конференции, мы рассказывали про подход, который мы используем для разработки фронтенда. Назывался Pony.js. И идея его достаточно проста. У нас есть бэкэнд, у нас есть какие-то там модели данных. И нам пришла идея, зачем, когда мы делаем фронтенд, зачем копировать ту же самую модель руками, как-то это создавать? Почему не сделать автоматическим, автоматизированно? И мы реализовали такой подход, назывался Pony.js. И у нас появился проект, который нам очень интересен. Это американская компания, точнее, наши партнеры американские, которые мы используем Pony и Pony.js для него. Это такой сайт типа Википедии для изобразительного искусства. Fine Art Biblio называется. FineArtBiblio.com. И в рамках этого проекта мы обкатали Pony.js. Очень много было инсайтов и по Pony.orm. И потом мы увидели, что другие компании, Facebook и Netflix, они делают подобные вещи. Нас это очень заинтересовало. Мы захотели посмотреть, чем их подход лучше или хуже, какие плюсы и минусы. И мы сделали достаточно такое глубокое исследование вот этих технологий. И сегодня об этом как раз рассказали ребята. И ребятам и получили их вопросы. В принципе, они совпадали с нашими вопросами. Зачем и почему? Но я могу сказать, зачем. В принципе, общее направление в разработке – это упрощение разработки. Людей, которые могут разрабатывать, их не так много на самом деле, а продуктов, которые нужно разрабатывать, их становится все больше и больше. И поэтому какой-то способ, который позволяет упростить разработку, позволить нескольким командам работать вместе, он, конечно, очень востребован. И это именно была мотивация в компаниях Facebook и Netflix. Привнеся такие новые подходы, это позволило сократить количество кода, которое нужно для взаимодействия фронтенда и бэкенда, разрабатывать мобильное приложение и сайт какой-то, single page application, независимыми командами и не испытывать при этом проблем, повышать качество кода, наверное, так можно сказать. Вот поэтому. Мы с тобой говорили о том, что на конференции у нас тут достаточно мало джуниоров. Только что за кадром обсуждали эту тему. И, в общем-то, ваш продукт, он такой во многом для того, чтобы облегчить точку входа для начинающих. Ну, собственно, вот можно ли взять этот продукт и пользоваться им уже, начинать кодить? Это проще становится, упрощает? Или все-таки кто может его взять и сразу начать использовать? Вот это такой джуниор, мидлы или синьор пользуются ими, там, не знаю. Если говорить о пользователях Pony, то у нас достаточно много людей, которые ценят Pony.orm именно за то, что это просто. И нет необходимости залезать глубоко в как-то вот формирование там запросов. Это достаточно простой интерфейс для работы с данными. В то же время люди, которые хотят сделать что-то более сложное, они могут это сделать беспрепятственно. То есть сама идея Pony в том, чтобы позволить сделать просто, но в то же время достаточно можно было повлиять как бы на процесс разработки и увидеть и сделать то, что хочется в итоге. Вообще, это нас сподвигло, вот именно твой вопрос, он очень в тему, потому что наша аудитория, она больше все-таки, мы планируем, что это пользователи, которые не слишком хорошо
разбираются в языке SQL, да, и они хотят, чтобы от этого они, в принципе, могли отойти. И следующий шаг – люди, которые, в принципе, не очень хотят разрабатывать бэкэнд, потому что они, например, занимаются фронтендом. И мы двигаемся в сторону автоматизированного бэкэнда. То есть ты делаешь какую-то диаграмму данных и получаешь автоматический бэкэнд с помощью технологии GraphQL или Pony.js, наш собственный. Ты можешь разрабатывать фронтенд, а бэкэнд будет разрабатываться в таком автоматическом режиме, исходя из диаграммы данных. Угу. Какие-то планы у вас есть? Что-то новое будете добавлять в ближайшее время? Да, у нас есть одна интрига, которую мы хотим огласить через месяц. То есть мы заметили, что сама концепция платной лицензии, она не очень хорошо нам позволяет развивать наш user base. И, соответственно, вот я ее практически уже сказал, да, вот мы собираемся делать изменения, полностью выпустить Pony под лицензией Apache 2. И это позволит просто большему числу пользователей работать с Pony в своих проектах. И также мы хотим сделать возможность использовать редактор вот, базы данных, которая у нас есть, подключить к нему миграции, которые у нас сейчас в разработке, чтобы позволить сделать такую итеративную разработку от диаграммы к получению какого-то кода бэкэнда, можно задеплоить это куда-то в базу данных, потом внести изменения, опять же, на этой же диаграмме и таким образом делать итеративную разработку и навешивать уже какой-то там фронтенд или мобильное приложение, которое работает вот с бэкэндом симуляционной базы данных. Здорово. На четвертую конференцию планируете прийти? Да, нам всегда очень здесь хорошо и тепло. Конечно, мы придем. Рад тебя был увидеть снова. Спасибо. До встречи на четвертый раз. И надеюсь, вы опять что-то новое расскажете, сделаете. Я думаю, да. Есть много идей, которые мы хотим за это время реализовать. Спасибо всем. Пока.